Друзья, всем привет! У меня такой небольшой коротенький видеоролик. Решил поделиться с вами своим приобретением. Купил вот такой очень полезный инструмент на сайте. Озон заказал. Он мне пришел вчера. Я его, честно признаюсь, уже испытал. И хочу вам показать, что он может, этот инструмент. Вот выглядит он вот так. Такой состоит из очень такой крепкой пластмассы. И вот, как видите, здесь у нас имеется вот такое лезвие. Я уже испытывал, потому что вот видите, оно маленько заржавело, но это ничего страшного. В общем, я уже испытывал его в аквариуме креветочники. Сейчас попробую показать вам, что может этот инструмент. Вот видите на заднем плане, сколько ксенококуса, я его здесь не трогал. Здесь вот в переднем стекле также есть, вот он, ксенококус. Сейчас попробую вам показать это все, продемонстрировать, как он счищает, как он удобен. Ну, конечно, если был бы он на какой-то длинной ручке, было бы еще удобнее. Сейчас попробую залезть рукой вот в эту дырочку. Не знаю, получится или нет. Ну, потому что, чтобы не убирать подсветку, чтобы вам было видно это все, либо подсветку смещу ненамного. Ну, скину крышку, получается, чтобы остался свет. И посмотрим, как это ксенококус он почистит. Так, в общем, рука у меня в это отверстие не пролезла. К сожалению, пришлось снять наполовину крышку освещения. Сейчас залезу в аквариум рукой и покажу вам, как он чистит. Ну вот видите, как он прекрасно снимает этот ксенококус. Очень удобно работать. Такая ручка удобная. Так что-то я разогнался, аж начало плескаться в аквариуме. Ну вот, как видите, очень хорошо он снимает ксенококус. Сейчас это все счистим. Наверное, лучше вот так чистить, чтобы было удобнее мне. Так. Тестировал я его на аквариуме креветочники, на кубике. Снимал я, получается, даже он снимает, получается, известковый налет. Сейчас после этого аквариума перейдем туда и покажу, как он снимает известковый налет. Так, ну вот, как видите, на заднем плане никакого ксенококуса нету. Вот здесь тоже было, спереди ничего нету. Отлично справился с ксенококусом этот инструмент. Лезвие острое, хорошее. В комплекте также шло еще 10 запасных. Наверное, хватит это мне лет на 5, может быть на 10. Не знаю, как быстро будут портиться лезвия, ржаветь там, я не знаю. Просто надо вовремя протирать его, ну, не оставлять сырым. Прекрасный инструмент. Сейчас перейдем к аквариуму кубику, который у нас на 30 литров, и покажу я вам, как он справляется, получается, с известковым налетом. Итак, у всех, наверное, есть такие места. Вот, получается, на заднем плане. Не чистил я уже давно. Вот, видите, половину я испытал уже. Получается, вот здесь чисто. Вот здесь идет коричневый такой известковый налет. Сейчас попробую вам показать. Конечно, неудобно снимать. Вот, видите, как слетает легко известковый налет. При этом стекло вообще не царапается. Я проверял. Вот, видите. За буквально 3 секунды уже у нас такая чистота. Вот оно прям слезает прям кусочком. Здесь просто дочищаем вот так. И становится очень сильный фильтр. Это все отфильтрует, не бойтесь. Сейчас я тоже соберу вот эти крупные части шлангом от сифоня. Ну, так что вот так вот, очень хороший инструмент. Кому нужно, пишите комментарии. Отмечу ссылку на сайте Озон. Заказывайте. Всем спасибо за просмотр.